это одна жизнь, 300 игр. Я не считаю, что это какой-то юбилей, и даже хочется меньше внимания на это обращать и больше на игру. Две партии, которые отлично сыграли и на съеме, и на подаче, и в атаке, и две партии, в которые большое количество, в одну партию доигровочные мячи не доорганизовали хорошо, а другую партию огромное количество легких мячей у нас упали в защите. Я ожидал от команды никакую недооценку этой игры. То, что показал Сургут, мои слова подтвердили. В последнее время нам нравится выходить в 5 партий, но, слава богу, пока все выигрываем. К сожалению, не удается, я считаю, держать концентрацию на протяжении всей игры, как мы это сделали в первой партии. Может, возможно, сказываются частые переезды, перелеты. Ребята восстанавливаются, вот уже Костя Абаев, уже, мне кажется, уже в оптимальную форму свою набирает. Так что все прекрасно. Еще одна укороченная, как классно подавал сейчас Омар Курбанов. Не могу сказать, что да, иногда кажется, что это правда близко. Еще один эйс.